Чудом пожилой новокубанец остался жив. Двое неизвестных сообщили, что пришли проверить электросчетчики и проводку. Пенсионер им поверил на слово и впустил в дом. Сначала преступники потребовали банковские карты, но когда их не нашли, избили мужчину до полусмерти, забрали сотовые телефоны, 3 бутылки шампанского, конфеты и скрылись. В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса России «Разбой». Происшествие всколыхнуло весь новокубанский район и соседние города. Преступники под видом энергетиков получили доступ в дом. Жители призывают быть бдительными. Энергетики глубоко возмущены случившимся. Мы уверены, что виновные лица будут установлены в кратчайшие сроки и привлечены к ответственности. Наша работа состоит в том числе в регулярном посещении потребителей с целью контроля показаний прибора учета и проверки их работоспособности. Кубанинерго призывает потребителей быть бдительными. Обращаю ваше внимание на ряд моментов, которые позволят отличить работников сетевых организаций от мошенников. Во-первых, у каждого работника имеется удостоверение, которое он обязан предъявить по первому требованию в развернутом виде. В удостоверении в обязательном порядке содержится фотография работника, его фамилия, инициалы, должность и срок действия документа. В соответствии с законом Российской Федерации работники энергокомпании имеют право проводить контрольные съемы показаний приборов учета для того, чтобы обеспечить точность взаиморасчетов. При этом специалисты показывают свои удостоверения. Галина Лытнева и до трагедии с новокубанским пенсионером требовала у групп контроля удостоверяющие документы. По ее словам, такая процедура просто необходима. К работе энергетиков относимся с пониманием. При этом остаемся бдительны. Проверяем удостоверение, конечно, внимательно просматриваем это все. Сейчас в России такая ситуация, поэтому это обязательно все нужно. Быть бдительными жителей призывают и в администрации Новокубанского района. Нередки случаи, когда злоумышленники под видом сотрудников различных организаций и компаний пытаются проникнуть в дом или квартиру. А дальше последствия могут быть непредсказуемыми. Администрация муниципального образования Новокубанский район рекомендует жителям района быть бдительными при посещении их домовладений посторонними лицами, представляющимися сотрудниками коммунальной службы. Нельзя исключать возможности, что злоумышленники могут воспользоваться данным поводом для того, чтобы воплотить свой преступный замысел. При возникновении малейших подозрений незамедлительно сообщайте в орган внутренних дел. Что касается сотрудников электросетей, то, как правило, они экипированы в специальную одежду с символикой предприятия, а все реквизиты в удостоверении заверены печатью организации. Всегда нужно внимательно проверять их документы. А если они вызвали подозрения, не ленитесь, сделайте звонок на предприятие и уточните информацию о личности пришедшего. В Армавире телефон энергоснабжающей организации 5-7205 в Новокубанске, 4-12-34 в Новокубанском районе, 3-02-27 в Успенском районе, 5-54-60. По телефону расскажут, направлялись ли по вашему адресу работники энергоснабжающих организаций. Таким образом, каждый может убедиться в том, что человек, который постучался в дом, действительно является работником компании. Ирина Рухлядко, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.